За 15 лет в Молдове количество зарегистрированных автомобилей увеличилось вдвое, и теперь их насчитывается около 1 миллиона 100 тысяч. По оценкам экспертов, если ранее на 1 километр приходилось 3 машины, то сейчас 73. Наибольшее количество транспорта зарегистрировано в Кишиневе – почти 228 тысяч единиц. На втором месте – Бельцы – более 31 тысячи. В Сороках – 6600. На четвертом месте в рейтинге – Унгены – там почти 5,5 тысяч автомобилей. В Кагуле их насчитывается 6400, а в Аргеве – 5600. Далее следуют Единцы, Страшены, Чадырлунга, Камрад и Хынчешты.